Вас. Добрий день, ви в ефірі. Доброго Божого дня. Це Ірина зі Львова. Я, Олексій Анатолійович, хочу сказати в першу чергу слава Господу, дякую Господи за таке прекрасне, чудесне радіо, що в такий зараз час я можу слухати і моя сім'я, Слово Боже, яке наповнюється зранку, як встаємо і як лягаємо спати. Нехай Бог благословить. А моє питання, хоч мені дуже важко зараз говорити, тому що моєї племінниці дочка ремісія пішла, треба пересадку кісткового мозку, і я могла зібратися і сказати: «Піддайся волі Божій, скажи, Господи, на все Твоя воля Божа». І, Олексій Анатолійович, скажіть мені, будь ласка, коли така була буря на морі, коли апостоли думали, що вони тонуть, а Ісус спав на кормі, яка благодать була, який спокій. І коли його розбудили, сказав учителю: «Тонемо». А він каже: «Ну чого ви боїтеся, маловіри?» Як от нам зараз примінити це Слово Боже? Дякую. Нехай Бог вас рясно благословить. Дякую. Спасибо вам большое за добрые слова в адрес радио. Спасибо, что вы относитесь к нам так. И мы стараемся нести добро, нести любовь, нести единство между всеми верующими, неважно какой конфессии, нести любовь Божию. Хотим так, чтобы голос эфира был как Дух Святый, утешитель, чтобы он покрывал, накрывал, защищал. Слово Божие – это сила Божия. И поэтому спасибо вам, что вы слушаете, и верю, что рассказываете другим про это радио. Ну а по поводу того, как эту историю проинтерпретировать сейчас, когда ученики боялись в лодке, и Иисус говорит: «Что ж вы так боязливы, маловеры? Что вы боитесь вот этой бури, когда я с вами?» Вы знаете, это действительно может быть все, что угодно. Это может быть болезнь, это может быть это пандемия, война, это может быть нужда, это может быть боль, это может быть все, что угодно. Вот такое негативное, буря, да, вот которая описано в Матфея 24 главе, там, глады, моры, землетрясения, восстанет народ на народ. Ну, короче, вот это все плохое. Но вы знаете, мы с Господом. И вы знаете, тот, кто с Господом, тот защищен со Христом в Боге. Он так и сказал: «Так я же с вами. Почему вы так боязливы, маловеры?» Вот 22-й псалом говорит: «Он приготовил трапезу в виду врагов наших». Да, вот смотрите, вот вокруг эти враги, болезни, немощи, скорби, боли, неизлечимые болезни, страшные диагнозы, ужасы, короче, вот все вокруг. Вот. Но он вот среди всего этого ужаса, он приготовил трапезу. Представь себе такую картинку. Ты заходишь в комнату, и она такая вот узкая и длинная. И в конце этой комнаты сидит Иисус Христос. И он за столом сидит, и он тебя приглашает покушать с ним вот эту трапезу, которую он приготовил для тебя. Но комната такая длинная, как коридор. И с двух сторон стоят всякие бесы, всякие с болезнями, с немощами, болями, войнами, смертями, и вот они все тебя пугают и говорят, что ты сейчас умрешь, заболеешь и еще что-то такое. Побоишься ли ты пойти к Иисусу Христу в конец этой комнаты, чтобы трапезничать с Ним? Пойми правильно, Бог освободил нас от власти греха, от власти дьявола, от власти смерти, от власти болезни, от власти нужды. От всего освободил Господь. Но Он освободил от власти, не от самой нужды, не от самой болезни, не от самой
смерти, нет самого дьявола, а он дал нам власть наступать на змей, на скорпионов и на всю силу вражью, и на дьявола, и на болезни, или еще на что-то. То есть вот идет речь о том, что как мы поступаем, идет речь о нашей вере. Иисус говорит, по нашей вере будет вам. Вы можете пойти, невзирая на то, что вокруг вас происходит, можете пойти прямо к Иисусу, в объятия к Нему. Он протянул руку к тебе и говорит, иди ко мне, мое дитя. И что бы ни случилось, Он обеспечит, что ты дойдешь к Нему. Или ты побоишься. А боящихся участь в озере огненном. Или ты побоишься вот этих всех болезней, скорбей, смертей. Понимаешь, да? То есть мы должны научиться вот так вот жить, как последний день жизни. И для себя так и говорить, что умру сегодня, да слава Иисусу Христу, я очутюсь с Ним в Царстве Небесном. А не умру, то буду жить и возвещать дела Господни. Вот с таким дерзновением Он приготовил тебе трапезу. Иди к Нему на эту трапезу. Если ты пойдешь к Нему, то подойдут к тебе тысячи, и написано десятки тысяч, но к тебе не приблизятся, если ты будешь идти к Нему. Или как Петр сказал, когда Иисус был, шел по воде, Петр говорит, повели мне пойти к тебе. Иисус говорит, иди. И пока он смотрел на Христа и шел ко Христу, он шел по воде. Точно так же ты можешь пойти по всем смертям, болезням, пандемиям, ракам, онкам и по всем страшным неизлечимым. Но только смотри на Христа и иди ко Христу. Но когда Петр отвернулся и увидел этот шторм, эти бури, эти волны, вот этот мир, он испугался и начал тонуть. Поэтому, вы знаете, вот, ну, Бог нам же ждал потрясающую вещь, Римлянам 6 главе. Что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, мы в смерть Его крестились. И если мы погребли с Ним крещением смерти, тогда веруем, что и жить будем с Ним. Ибо умерший освободился от греха. И нам вот нужно зацепиться вот в эту, что мы, если даже умрем, то мы живем. Помните, как Иисус Марфе сказал? Марфа, не сказала я тебе, верующий в Меня, если умрет, то живет. Не бойтесь смерти. Не бойтесь ничего, не бойтесь, а идите ко Христу. Будете живы, не будете, долго вам жить, мало ли жить, это не наше дело. Бог сказал, не бойтесь убивающих вас. Вы посмотрите на птиц небесных. Ни одна птица не упадет без воли Отца вашего Небесного. Вы лучше многих малых птиц. Все волосы на голове вашей сочтены. Не бойтесь, идите. У Него все дни жизни ваши записаны в Его книге жизни. И никто не посмеет эту книгу переписать. Никакая болезнь, никакой дьявол, ни еще кто-либо. И поэтому просто имейте дерзновение, имейте веру. Веру такую, которая непоколебимая, что бы то ни было. Умираю, болею, падаю. Я не знаю, как вот мы придумывали такую историю. Летишь с 25 этажа и говоришь, слава Иисусу Христу. Я не знаю, как это объяснить. Вот это просто, она должна быть огромная, эта вера, что Он тебя держит на ладони. Он вообще родил тебя. Он видел, как кости образовывались в чреве матери. У Него все дни жизни сочтены в Его книге, когда еще этого дня не было. Вот прежде чем ты подумаешь, у Него все мысли эти ясны. Ты еще слова не сказала, Он уже знает его совершенно. Ты живешь им, Колоссянам 1:17. Мы им живем, движемся и существуем. Мы им живем, мы без Него не вздохнуть, не выдохнуть. Это Он дал нам жизнь, и мы им живем. И поэтому вот поверьте в это, что вы не сами по себе. Это сатана надоумил нас жить своей волей и сами по себе. А мы другие, мы Господни. Если мы уверовали во Христа, доверьтесь Ему. Не бойтесь, что будет с вами. Вы в Его руке, даже когда больно, даже когда вы в больнице, даже когда страшный диагноз, даже когда очень больно, и даже когда смерть дышит вам в лицо, вы Господни.
И Господь с вами, Он с вами в скорби, Он не оставит вас и не покинет. Поэтому доверьте Ему свою жизнь, и вы увидите славу Божью.